сейчас повеселимся. Конечно. Адское отродье! Похоже, у нас гости. I have seen our enemy! Here! Так-так, похоже, появились новые цели. Take this!
I can do this. Я не успел помочь тебе. Похоже, и Колуму тоже. Эта война дорого обходится нам, и конца ей не видно. Ты прав, капитан. Трудно потерять такого друга, но твои слова облегчают боль потери. Но почему Колум был здесь? Он же должен был защищать Хайклифф. Пожиратель пал, но и Хайклифф тоже. Похоже, сила короля теней растет, несмотря на наши победы. Я должен сообщить об этом лорду Нашеру. Мы должны собрать войско к походу на Хайклифф. Но прежде... мы должны подготовить крепость на перекрестке. Сделай все, чтобы подготовить крепость, а затем поговори со мной. Тогда мы выступим на Хайклифф. Похоже, тень-пожиратель оставил нам свой дар.
Теперь у нас есть фолиант Ильтказара. Возможно, с его помощью мы доберемся до короля теней. Но, думаю, нам нужно посоветоваться с Алданоном. I say yes. Is there something you need?
there something you need? Я могу помочь? О, боже! Да! Да! Так, посмотрим, что можно с этим сделать. Я прочитал слова, ввел некие изменения. Похоже, теперь он стал сильнее. Я могу помочь? Да-да. Конечно, это возможно. Мне действительно нужно изучить реальные механизмы взаимодействия частей, особенно учитывая пересадку руны и взаимодействие со взрывчатым порошком. И это все довольно сложно. На самом деле, я надеюсь, что мне удастся не перепутать все ингредиенты, иначе бум! Вся крепость взлетит на воздух! Век живи, век учись, я так думаю. Конечно, спрашивай. Я всегда готов ответить на любые вопросы. Да-да. Конечно, это возможно. Мне действительно нужно изучить реальные механизмы
Камелот. Похоже, из топей поднялась вся нежить. Их ряды тянутся на целые мили. Тогда мы и проложим дорогу по их телам. Враг приближается. Однажды они уже умерли, и они умрут еще раз. Мы сильнее их. Они не знают, что такое храбрость и честь. И у них нет близких, за которых стоит сражаться. И поэтому они падут от наших мечей, наших копий. С нами боги, наши братья, наши сестры. Все стоят плечом к плечу против смерти. За вами весь Невервинтер. Напомним этой нежити, что такое смерть. Отправим их обратно в ад. Бой! Девятка ко мне! Лорд Нашер! Пробьемся к нему. Может, его еще можно спасти. Девятка, ко мне! Народ Невервинтера! Лорд наш ранен! Идите в крепость на перекрестке, там мы дадим последний бой! Люди называют тебя рыцарь-капитан, и эти стены принадлежат тебе. Ты высоко взлетел. Вот и ты. Я все думал, не видел ли ты Амона Джеро. Я хотел расспросить его о короле теней, но он практически неуловим. Ищешь Джеро? Эта татуированная морда недавно ушла из крепости. Я подумал, что ты наконец-то прогнал его, капитан. Он ушел, ну и что с того? Я могу отыскать его, если хочешь. Думаю, мы должны отпустить его или убить. Но это просто мое мнение.
чуть анквидит. Я слушаю. Тио, но... Тио, но... Тио, но... Да? Да. Обсидо, экспорт, индик. Пришел порыться в пепле, Амонджеро. Короборос. Я решил не наносить удар, пока ты сам не увидишь эти руины. В Баатории я не смогу причинить тебе такую боль. Вот здесь она играла в детстве. Здесь она спала. А в твоем убежище теперь лежит ее тело. Там ее могила и гробница. Если ты пришел отомстить, то ты глуп. И ты думал, что я не отплачу тебе за свое заточение? Какая глупость. Возможно, у тебя была сила в твоей норе, но не здесь. Тебе следовало наслаждаться свободой, пока была возможность. Ты же знаешь, что тебе со мной не справиться. Ты достаточно искусен в своем ремесле, это правда. Но я научился на своих ошибках, а ты продолжаешь совершать их. Ты... Что ты здесь делаешь? Это тоже присутствовало при ее смерти. Теперь сходятся все концы. Я благодарю тебя за эти дары, Амон. В аду у тебя будет компания. Все за мной. За мэр Делейн и всех ее жителей. Тебе.
заканчиваем. Заслужили местечко в аду. Просил тебя идти со мной. Я не буду спрашивать, как ты оказался здесь. Ты вечно лезешь в чужие дела. Верно. Я не думал, что попаду здесь в засаду. Но обитатели нижних миров склонны копить злобу на своих обидчиков. В любом случае... Я пришел сюда не для того, чтобы болтать. Здесь есть одна вещь, которую я оставил давным-давно, и она может помочь нам в ходе войны. Оно вон там. Я рад, что ты признаешь ценность моих действий. Я пришел сюда не по сентиментальным причинам. Я пришел сюда именно за этим. Оно еще цело, как я и надеялся. Если бы это было у Шандры, то она была бы жива. Но не судьба. Вот и все, что осталось здесь. Пойдем отсюда. Да,